Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Пожалуй, начнем с самого главного события за многие месяцы. Ты кто? Признавайся, ты почему туда залез? Они крутятся, туда нельзя залазить. Вот куда надо залазить. Вот здесь вот надо сидеть, видишь? Где надо сидеть. Ну-ка, посмотрим твои лапки. Все хорошо у тебя с лапками? Ну? Слабенький. Помогала вылезти ему я. Закладывала 14 мая. Вывелся сегодня. Какого числа, не знаю. Это Мусин, первый наследник. Иногда я думаю, неужели ты индюшонок? Но он там, он сегодня только вывелся, поэтому отнесу его. Он будет спать и греться. Он будет лежать до завтрашнего дня. А мы ему не даем. То он крутится, устал. Ты молодец. Он закрывает глазки. Здесь ему холодно, пойду отнесу. С той закладки 14, 15, 16, 18, 20, вот эти все числа, он единственный был оплодный. И родился. Папашу. Мне так непривычно, что индюшата белые. Сейчас принесу ему водички, попою его, прополисом попою. И все, пусть спит, отдыхает. Сегодня мы переселяем цыплят, тех, которые у меня остались. Так, Вадим, 33 минус 18 сколько? 15? Ой, 33 минус 18. 15. А? Вот правильно. Не пищите. Они маленько грязненькие, потому что они там у меня были на пеленке. Сейчас, видите, тут решетка. А, Вадим, картоночку подай, пожалуйста. Картоночку. Сейчас мы вот сюда картоночку. Поддон. Чтобы чистить удобнее было. Вот. Ну вот смотрите, такие у меня остались цыплята. Так, сюда мы бутылку, сюда кормушка у нас хорошо встает. Вот, видишь, кормушечка. Там у меня одна с отнипельного полива, но мне не нравится такой полив, честно говоря. Так, бутылку давай поставлю. Такая у нас бутылка здесь с поилкой. Здесь вот такая чашечка, самое то. Ой. Давайте вам покажу, не бойтесь. Здесь у них, смотрите, лампа теплая и свет. На ночь мы будем теперь выключать, эту не будем выключать. Если днем будет жарко, будем эту выключать. Пока так, будем смотреть, надо еще принести термометр. Вот здесь вот пол не очень у нас чистый, но я думаю, что ничего, справятся они с этим. Так, ну что у нас, какие у нас тут птички? Как бы вам показать? Вот смотрите, серенькие вот такие, штук 5. Таких штук 5 есть. Это у нас от Гриши и от двух доминантов. Я не знаю, будет какое-нибудь расщепление или не будет, но похоже на так, на чистопородных похоже. Потом смотрите, вот эти все вот, вот такие. Вот раз, два, три, четыре, пять. Вот поймаю такого. Это от Эмири Коши. Сейчас лицом посмотри, лицом. Это от, видите, ушки от Америкоши и от кучинок. Давай, позируй. Видите, ушки маленькие. Вот таких штук 5 у меня. Потом с белой головкой 3 штуки. Вот таких. С белой головкой, с белым пятнышком. Штучки 3 или 4. Ну и черненьких, может быть, беленьких 2. Вот таких вот. Но они такие не чисто белые, они такие серо-белые какие-то. Ну давай, покажись. Вот какие они. Не знаю, какие они будут.
Не знаю. И кто еще будет? Вот смотрите, вот такие многокаскадные крылышки. Это вот девочка, похоже. Нет? Я не знаю. В общем, вот такие у нас цыплята остались. 15 штук. Мне хватит. Если, конечно, сядет курочка, я с удовольствием подложу под нее яйца. Если нет, значит нет. Так, ну все, ребятки, оставайтесь. Им неделя сегодня. Или когда? Сегодня 8-е? 2-го они вывелись. Сегодня 8-е, 6 дней. Ну вот, оставайтесь с Богом. Я забыла сказать, или я сказала, что это вагончик. Это уже не дом, они у нас дома были. Это вагончик. Здесь есть окно, можно будет открывать, закрывать. Ну, в общем, вот здесь так у нас. Здесь были, жили в прошлом году у нас перепела. Вот в этом углу. В один все разобрал. Теперь здесь вот так вот прилично. Еще у нас остался вот в тот бродер, в нижний пойдет утенок. Но ему там будет скучно. Он такой огромный. Покажу вам его как-нибудь. Ну все уже. Пошли. Капельный полив дергают. Ну все, смотрите, уже разбрелись. Уже вон водичку нашли. Смотрите. Водичку, витамин. Ну, витамины, прополис я накапала. Сейчас они будут почище, у них ноготочки, коготочки почистятся об решетку. И они будут красивенькие. А то прям какие-то... Вот когда на пеленке, они пачкаются. Хоть там вроде бы и сухо было. Слишком много их для пеленок. Ну, смотрите, все. Ожили. Не боятся ничего. Не боитесь. Вон. Нашли водичку. Водички 1,5 литра. Надолго хватит. Ну, на день точно хватит, да? Ух ты, провалилась, что ли? И открыть немножко. Не испугаются. Ух ты. Тихонько, тихонько. Держи просто, держи. Вот, опять испугались. Я хотела, чтобы они не испугались. С желтыми попками 3 штуки. 4 даже таких с желтыми попками. Смешные, как будто это, как девочки в юбочках. В трусик как будто видно из-под платьица, да? Смотри, такие смешные с желтыми попками. Это интересно, от кого вот они? Ушек нету, да? Это, наверное, от черных кур и от Гриши. Наверное, так, да? Ну, а как еще? От кого они такие еще? Наверное, так. Видишь, серенькие. В общем, мне нравится. Я продала одних черных, потому что у меня молодняк весь черный. Думаю, ну, пусть разноцветные будут. А от этого мы будем ждать потомства, особенно вот от ушастиков будем ждать разноцветное яйцо. Да? Что там в углу нашли? Грибок. Лук я им уже крошила. Зелененькие они едят потихоньку его. Кормушка невысоко, хорошо. ПК-5 у меня закончился ровно. Вот вчера закончился, в 5 дней. Уже кормлю пока вторым. Потому что я покупала целый мешок. Его надолго хватит. Ну, в общем, хорошие, живые цыплята, все хорошо. После обеденный отдых. Цыпушек. Сегодня 11-е. Вывелись они 2-го. Получается, им 9 дней. А вот когда переселяли, прошло, наверное, 3 дня.
И они вот, я посмотрела тот ролик, который я вот до этого вам поставила, и они прям сильно-сильно отличаются. За 3 дня выросли. Выросли, стали почище. Вот потягуськи, вот какие потягуськи. Ну, вставайте, покажитесь, а потом вот потягуськи, вот. Вот белая попа, потягуськи. Ну, что? Все сытые, довольные. Одной кормушки не стало хватать им. Поставила им еще одну. Ну, сытые. Тут травку кладут. Надо убирать, конечно, время от времени, чтобы они не пачкались. Потому что они потом будут друг на дружку лазить и пачкаться. Так, все, ходите по сеточке. Не захотели? Пожалуйста, вам другую дам травку. Ну что? Ну что, вот смотрите, вот красота моя, красота. Это лампочка без нагрева, это просто нагрев. На ночь мы лампочку выключаем, оставляем просто нагрев. Это показывала, я уже не помню, что показывала, это в обычном вагончике в нашем, но он маленько утеплен, но это тут уже не важно, тут как улица. Почти так же, ветра, конечно, нет. Все подтягиваются. Разбудила вас. Ой, потягухи. Все ноги вытягивают. Скоро вам будет тут тесно. Ой, смотрите, как они подтягиваются. Смешно. Все подтягиваются. Все отдыхали. Ну все, пошли опять кушать. Ну это правильно. Вам же надо расти. Вот они, вот они. Вот они. Только не прыгайте, пожалуйста. Я открыла дверь. Любопытно, что там... Не прыгайте, не надо, я буду держать. Вот. Вот какие большие, большие стали. Вот смотрите, даже видно зобик у цыпленка, прям целый зобик. Опа, давай. Тихо, я одного поймала. Одного поймала, здесь закрою. Здесь закрою. Вот так вот. Ну что, смотрите. У него зобик, видите? Вот зобик. Набитый, молодец. Это доминант. Это родился он от Гриши и от 2 доминантиков девочек. Мальчик или девочка будет, не знаю. Крылышко, смотрите, какое хорошее уже. Прям крылышко настоящее. Ну-ка, потянись. Тут 1, 2, 3, 4, 5 ярусов. Да? Красавчик, красавчик. Расщепиться, не знаю. Это же кроссы доминанты 107-е. Ну и что? Ну, как расщепиться, так расщепиться. Если курочка, все равно будет нестись. Какая разница, да? Ты будешь нестись у нас? Все, не бойтесь, больше ловить никого не буду. Вот это у нас капельный полив был. Но мне он что-то не очень понравился. Вот эта вот бутылка лучше. Закончится, я ее поставлю снова. И все хорошо. И все, никто не толкается. Вот это все, конечно, можно... Размонтировать это все. Так. Ну вот. Оставляем себе. Петушков потом распределим кого куда. Давайте спите. Помешала я им, в общем. В общем, они только что поели. А я тут со своим телефоном. Вот здесь у нас живет Михалыч. Конечно, мне его жалко. Нам всем его жалко. Сейчас я его на травку выпущу, побегает, потому что это не дело так жить здесь. Не дело. Смотрите, какой он большой уже. Прям вообще большой. Ему 2 недель еще нету. Ну давай, беги. Ко мне. Ну все. Никуда от меня. Вадим собрались с Мишкой на рыбалку на озеро. И возьмут его с собой в озере поплавать. Я, конечно, немножко переживаю, что он может уплыть от них. Но я думаю, что не уплывет. Потому что, они же, видите, он ко мне, наоборот, бежит. Ну, что такое, тебя не снять никак. Что ты кружишься, а? Ну, беги куда-нибудь, беги. Не надо ко мне бегать, не надо ко мне. Не надо ко мне бегать. Видите, как он, разве от него убежишь? Ну, бежишь. Ну что? Ну, давай, беги куда-нибудь. Покажись издалека. Ну, вот он. В общем, Миша плакал. Говорит, ему одному скучно, баба, ему скучно. Что же делать? Давай ему братиков, сестричек
И мы поехали позавчера. Купили яиц позавчера, а вчера заложили. Может быть, у меня получится получше в этот раз. Но этот один, конечно, вообще вот даже представить себе не могу. Может, его, не знаю, куда-нибудь. Я говорю, не забирайте его, будете за ним ухаживать. Будет ваш питомец. Ну. Да какой смешной ты. Да что ты такой смешной-то, а? Ну, такой смешной. Не убежишь ведь никуда, не убежишь. Поплыл. Давай-ка я тебе сделаю тазик какой-нибудь. Напачкаешь мне бочку? Ну-ка, давай. Попробуй. Ну-ка, плавай. Молодец. Ой, какой смешной. Я думаю, ему же можно плавать уже. А то я тебе первый раз. Я первый раз его в такую большую емкость. Ну, плавай, давай. Ну, не выпрыгивай ты. Ух ты. Надо поменьше воды черпать маленько. Ну, давай, ищи там еду. Или они не плавают вообще? Ну, плавают же. Ну, что, понравились? Или они не плавают? Ну, в общем, поплавать хуже не будет, мне кажется. Давай, сюда, сюда. Молодец, вот он. Давай, плыви подальше. Подальше. Вон, смотри, сколько тебе. Вот, что-то съел. Мишке не показала. Сейчас с Мишкой придем, посмотрим еще. Ух ты! Это пенопласт. Ну, он выплюнул. Молодец ты, молодец. А вон бабочка. Смотри, бабочка. Бабочку будешь есть? Смотри, смотри, какая бабочка. Вон, смотри, какая. Молодец. Съел. А ему можно нельзя бабочку. Ну, съел же. Все. Молодец. Ну... Понравилось тебе? Вот так вот. Будем тебя сюда вывозить на прогулку. Только воды надо поменьше, чтобы можно было оставлять его поплавать. Ну, и оставлять тоже нельзя, наверное, утонет. Ну, все. Все показала вам, рассказала про своих птичек опять, но не про всех. Так, по очереди уже развелось у меня столько птичек, что уже в один ролик не влазят все мои птички. Ну и все, вам, кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите добрые комментарии и заходите почаще в гости. Пока-пока! Хорошо тебе? Хорошо тебе, маленький, хорошо тебе. Ну, все. Хорошо. Сейчас посохнем, потом с Мишкой пойдем еще раз поплаваем.